какая-то ходила, но что-то ругачка стоит. Да. Я думаю, это очень много на ругачке. Да, говорят, я читал на сайте Лазурном, что там на Белогаче ни дерева, ни куста, там потом покупали, то не выжили. А еще и 5 дней, там что-то делать. Я тебе скажу, что 5 дней это реально много. И солнце там. Там не вода, конечно, открыта. Ты купили голову, видишь?